Ну что, друзья, сейчас одену повязочку и будем просто на автопилоте лететь, спать, кайфовать. Но зачем еще нужно тест? Саша уснул. Капец. А машина едет сама. Мне сейчас очень страшно. Мне тоже просто стрёмно. Она, сука, не затормозила ни хера. В общем, ребят, всем привет, этот видос просто нереальный, я хочу, чтобы вы посмотрели от начала до конца это видео, и то, что случилось в конце, это просто кошмар, ребят, не повторяйте то, что мы делаем, то, что мы исполняем и так далее, это действительно чуть-чуть опасно. Самое интересное начинается в середине ролика, поэтому залетайте, смотрите и кайфуйте, ребят, еще раз говорю, не повторяйте, это просто сумасшествие. Ну что, дорогие друзья, всем привет, вы попали на новое видео, первый час я лайкаю абсолютно все комментарии, подписывайтесь на данный канал. Ребят, сегодня у нас просто формат. Мы сегодня 24 часа будем на этой Тесле кататься, и самое главное, только на автопилоте, то есть держать руль я вообще практически не буду. Вы знаете, что Тесла ездит на автопилоте. И чья это Тесла, братан? Чья да, это Тесла? Моя Тесла. Мы сегодня будем 24 часа ехать на автопилоте. Я на автопилоте вообще в жизни не катаюсь, потому что это очень стрёмно. Так. А тут 24 часа, это просто жесть какой-то. Саня, ну твои идеи всегда самые безумные. Ну потому что, ребят, у меня весь канал помешанный на 24 часа. Вы можете, еще раз говорю, подписаться, посмотреть весь абсолютный канал. Вот, поэтому вот эта ласточка сегодня проедет 24 часа, очень много километров. И самое интересное, сколько мы ее будем заправлять. Вот это тоже интересная вещь. И еще, ребят, хочу вам сказать, что полностью мы не будем ехать ни в какой другой город. Мы самое прикольное будем ездить тупо по Киеву, по всем дорогам, по всем локациям. Вот, как вы можете видеть, у нас просто пипец, просто пасмурно. Вот, а также, кто не знал, ребят, вот это вот моя машинка. Она сегодня тоже остается на 24 часа тут. Вот, а там моя девушка сидит. В общем, ребят, мы сейчас будем начинать, поэтому погнали в тачку. Катя, ты готова? Привет! Кстати, у меня не сядешь тут, посмотри. Мы, кстати, плед еще взяли, чтобы тепло было. Ну, как бы печка есть, если, ну, вдруг батарея сядет или еще что-то. Ну что, друзья, сейчас одену повязочку и будем просто на автопилоте лететь, спать, кайфовать. Но зачем еще нужно Тесла? Все, ребят, мы, короче, в машине, вот, со мной Санек. Санек, да, Катя. И мы сегодня будем объезжать просто, наверное, весь Киев. Можете посмотреть, у нас на времени 15.57, 15.57, вот сейчас. Мы сейчас будем, короче, выдвигаться, ехать по трассе. Меня сейчас Саша будет учить, как правильно ехать, вот. И что она еще умеет? Вот для людей вообще, которых ничего не знают. Смотрите, это задняя камера, она всегда тут включена, да? Да, я постоянно, короче, ориентируюсь на эту камеру, потому что тут очень странные зеркала, и когда машина сравнивается с тобой, ее, короче, не видно. Ну, короче, есть такая зона, которая не видит машину. Так, я понял. Поэтому я смотрю в это зеркало. А реально, вот тут вот, как будто бы больше, вот, ребят, видите, вот тут она как будто бы больше приближает. Это американские зеркала, и они приближают. А тут, а там нет, вообще капец какой-то. Кстати, смотрите еще, какая тут крутая крыша, охрененная, просто охрененная крыша. Все, ребят, мы будем, блин, так руль прикольно крутится. А тут еще можно настройки руля, да, менять? Да, тут можно выставить. А можно самый легкий? Да. Смотри, вот есть комфорт. А ну давай комфорт, давай комфорт. Комфорт, он будет вообще крутиться легко. Вообще. А ну спорт? Спорт, он жесткий будет. Охренеть, реально, ребят, разница есть. Ну я езжу на стандарте, самое. А давай на комфорте. Короче. О, вообще комфорт, прям такой вообще. Вообще, как в S-классе. Все, мы, короче, едем, чтобы поехать в Мерине, просто нажимаем. Кстати, ребят, прикол в том, что, видите, если я не нажму на газ, она не поедет, ничего не будет вообще делать. Так, Санек, ты меня смотри, контролируй. Сейчас будем автопилот врубать. Ребята, у нас, короче, еще погода такая, ну посмотри, Саня, вообще просто кошмарная, ужасная. И вот то, что Саша сказал, вот я сейчас еду, ни хера не вижу в эти зеркала, а тут прям вообще кайфово, вот на экране все видно. Смотри, два раза, короче, нажимаю там слева на... Куда? Ага. Подожди, нет. Что, не врубается? Сюда. Ага. А ну, побыстрее едь. Побыстрее, едем побыстрее. Ребята, она такая мощная, я нажимаю на газ, она сразу смотри, мы можем. Ну так, подожди, давай. А, вот смотри, видно прям. О, все. Ух, нера. Она сама будет ехать. Ереть. Можно увеличить скорость, типа, чтобы она ехала. Где? Допустим, в твою дивизию. 80 километров. Смотри, прям машины видно, братан. Подожди, что я убрал. Ой-ой-ой. Все, я поставил обратно. Как ты это делаешь? Ребят, смотрите. Как это так вообще?
Почему-то скорость максимальная пишет сейчас 66. 66? Ну, наверное, тут, наверное, знаки какие-то. Знаешь, прикол еще какой есть? Ну, я не знаю, это будет очень стрёмно. В смысле, типа, в смысле? Какой прикол? Можно разбить машину, типа, наверное. В смысле, ты что? Разбиться, но давай попробуем. Я видел такое в интернете. Братан, ты чего странный? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Она перестроится сейчас? Должна перестроиться. Перестроится? Ёб твою мать. Братан, так стрёмно, капец. Ладно, потом попробуем. Так, мне сейчас ничего не делать, да? Она просто едет, и меня она может довести до вывода? Конечно, ты можешь вообще в Америке. Да не, нормально, ну-ну. Вообще в Америке... Как же стрёмно. Есть такая тема в Америке, что ты в навигаторе вводишь адрес, она сама тебя может привезти. А тут нету, да, у нас? Есть автопилот первого поколения, второго, у меня вроде первого. Вообще стрёмно. Ой, вот это вот лучше бы ты не говорил, что у тебя первого, у меня стрёмно чуть стало. Короче, ребят, Tesla S вообще. А прикинь, ты, короче, поворотник направо, короче, включаешь, и она налево повернет туда навстречу. Да ну нафиг, это вообще капец. Ребят, вот напишите, вот тут вот будет голосовалка. Доверились бы вы Тесле и легли бы спать? Реально вот такой вот вопрос. Доверились бы или нет? Ну, как бы она вот, чтобы вы понимали, сейчас едет.
приехали. Смотрите, как ребята она рулит. Блин, я до сих пор на самом деле в шоке от того, как она это делает. Смотрите. А он, кстати, полиция. Смотри, смотри, смотри. Сейчас будет прикол, сейчас будет прикол. Сейчас будет прикол, сейчас будет прикол. Пацаны, вон менты, смотри, менты, а я вообще без рук еду, без рук. Ну что, ребят, мы заехали опять на заправку, он тип не понимает, что происходит. Привет, братан. Но она нам не нужна, мы сейчас чуть-чуть передохнем и поедем дальше. Вот, трогаю руль только тогда, когда машина, ну, типа, когда я заезжаю на заправку, потому что, к сожалению, автопилот не работает там на заправках и так далее, ну, это естественно. А вон машина, вот, смотри, тормозит сама. Санёк, все нормально, не переживай. Я проснулся. Каких манёвров. Нормально? Как спала? Нормально, до этого торможения вообще. На самом деле, Саня только что лег. Братан, ты спал, наверное, минут 5, блин, буквально. И расскажите какие-то свои истории, вот, жизни. Приехал я, значит, в Ocean Plaza, это торговый центр в Киеве, и снимал видос просто на свой трек, короче, ну, как сниппет, просто на трек снять, там, 30-секундный отрывок трека показать. И мы туда приехали, и, короче, к нам подошел один охранник и начал нас выгонять оттуда, говорит, это запрещенная территория, говорю, частная собственность, нельзя тут снимать. Мы говорим, в смысле частная? Мы на парковке просто стоим, мы даже ваш торговый центр не показываем. Он говорит, мы сейчас вызовем титанов. И на этом моменте я просто начал угорать, говорю, титанов вы вызовете? Ну давайте, вызывайте титанов. Я говорю, у меня тоже титаны есть, я своих титанов, говорю, вызову. Он говорит, ну ладно, сейчас увидите. Приходит один охранник такой здоровый, в наушниках, он был в AirPods'ах, короче, такой здоровый. Приходит такой, так, а что вы тут делаете? Я говорю, мы снимаем просто, ваш торговый центр даже не видно. Мы на парковке просто стоим, там 20 минут снимаем, уезжаем. Он такой по наушникам, так, прием, прием. Типа, первый, я второй, титаны, отмена, типа, не надо идти, не надо бежать. Они, походу, уже бежали, титаны, человек 20, бежали нас ломать, наверное, уже там за нашу съемку. Капец, капец. И он такой, отмена, титаны, они просто снимают, типа, торговый центр не видно. Ребята, это капец, у нас тоже были постоянно какие-то проблемы, вот, когда мы видосы снимали с охранниками, они, конечно, ну, они не понимают и думают, что они самые крутые, самые главные ребята, правильно? Типа. Короче, ребят, въезжаем в город. Я думаю, сейчас выйдем на другую тоже трассу и будем ехать по ней. Вот, поэтому пожелательно удачи. Короче, ребят, мы заехали вот такой прикольный ресторан. Где-то на час, да, Санек? Вот, сейчас покушаем, да, тут да, прикольно. Меньше времени, потому что ехать уже нужно. Да, ехать нужно, мы же так все-таки видос снимаем. Просто очень хотелось кушать, а хот-доги это вообще не тема. Вот, уже как бы поздно. Вот, сейчас будем кушать, покурим быстро халян и полетим. Полетим быстро дальше снимать. Вам просто годный, охрененный контент. Да, Санек? Контент. В общем, ребят, принесли нам кальян, камеру забыл в тачке, и сейчас будем выдвигаться. Ребята, еще раз, не забывайте подписываться на данный канал, просто нажмите на кнопку, вот возьмите, спуститесь, переверните телефон, нажмите на кнопочку подписаться, и вы будете реально получать очень кайфовые, прикольные видосы. Вам этого ничего не стоит, а мне-то плюс, у нас скоро будет 2 миллиона подписчиков, поэтому давайте добьем, это будет прям вообще охрененно. А мы сейчас будем выдвигаться. Вот так можно просто кайфовать, ребят, когда у тебя автопилот. В общем, друзья, едем опять по трассе, короче. Это, конечно, на самом деле реально сложновато. Но я думаю, мы выдержим. Саня, вот мы выдержим. Ну, я не знаю, но других вариантов нет. Поэтому... У нас осталось, ребят, чтобы вы понимали, на часах уже около 12 часов ночи, почти полпервого, вот, и мы вот едем вообще, то есть по трассе, потом возвращаемся в город, потом по другой трассе, опять возвращаемся в город, едем вот так вот кругами, короче. Ну, меньше города имею в виду, меньше центра. Санёк, какие у тебя вообще планы на жизнь, планы, братан? План на жизнь выпустить альбом в марте. Да. Катя, у тебя какие планы на жизнь? О, сейчас интересно, сейчас поворот будет такой резкий. Поехать, отдыхать много куда, потом открыть свой бизнес. О, это прикольно. О! Да. Ребята, какие у вас планы? Напишите в комментариях, реально интересно. Фига, на самом деле, так тихо уже.
Бок опять не знаю. Я еду вообще, мне вообще так по кайфу. Смотрите, без рук вообще. Просто огонь. Просто огонь. Огнище. Короче, ребят, вообще что-то как-то так засыпаю. Мы должны продержаться 24 часа, это точно. Мы въехали, ну слава богу. Ну просто капец, что это? Ну, ну что, ребят, вот этого я и боялся. Продолжение этого видео будет у меня в инстаграме, ссылка на который есть в описании. Он уже там, то есть не будет такого, что вы зайдете в инстаграм, а там не будет видео. Ребят, видео уже там находится. Просто ютуб с таким контентом борется, прям там с авариями и так далее, и так далее. Инстаграм еще позволяет такое выкладывать, вот поэтому, ребят, еще раз говорю, продолжение видоса будет там. Видео я уже туда выложил, поэтому залетайте. Всем спасибо за просмотр, ссылка будет в описании или в первом комментарии. Всем пока.